Наступил март, самые красивые лыжные прогулки. Небо солнечное, темнеет поздно, можно совершать далекие проезды по лыжням. Мы сейчас находимся у базы 4 сезона. Два дня была оттепель, сегодня небольшой снегопад, можно прокатиться. Одна дорога идет в сторону Десны, а вторая идет в сторону Каляного озера. И обозначено, видите, красными светоотражателями. Сейчас мы по ней поедем, надеюсь, успеем затемно доехать до Каляного озера. Показать один из красивых мест нашего Жукского края. Лыжня вывела на берег заливных лугов Десны, а за ними красивейшее Каляное озеро, жемчужина Жукского района, где произрастает рогатый, он же чертов орех, он же черим. Интересное природное образование на воде. Вот проехал кромку леса. Дорогу показывает красный свет отражателей. Мы выходим на заливные луга. На том берегу деревни Мирловка. Там крестьянская железнодорожная ветка, очень красиво. Сейчас выходим. Вот оно, Каляное озеро. На том же орех, там все черим. Чуть дальше, около деревни Мирловка, кстати. Красота. Покрытие везде. Железнодорожный мост впереди. Вот лес, откуда мы приехали. И снег на ноги кладет, открываешь заливные луга. И поверхность озера Десны. Там деревня Мирловка, огни загораются. Железнодорожный мост, сначала горбатый. Через Десну. А вот этот маленький через Каляное озеро. Красота. Только ветер дует сильно. Вот блестит железнодорожный ЖД Жуковка Клетня. Проходит насыпь. Справа деревня Гостиловка. Ветер дует сильно. Живописный берег в лучах заходящего краснеющего солнца. Там база 4 сезона, сосновка, пионерная гирля всевозможная. Вот этот путь мы уже проехали сейчас. Идем теперь на железнодорожный мост. Ну вот мы доехали до железнодорожного моста на Клетню. Долгое время ветка простаивала, сейчас отремонтировали, но поезда практически не ходят. Пассажирское движение отменено, несмотря на просьбы жителей. За нами осталось Каляное озеро, Десна. Мы все это проехали. Сейчас долгий путь домой. Хотя темнеет поздно, уже солнце садится на горизонте. Пора ехать Жуковку назад. Высокий берег Десны, деревня Мировка, Гостиловка, Десна там проходит. Конец путешествия.
Вот такие вот железные дороги. А это Белая долина, где мы ехали. Заливные луга и Колянное озеро. Лес на горизонте. Наступает закат. Озеро осталось позади, мы въезжаем в наш красивый сосновый лес. Лыжня поведет четырем сезоном, сосновки, деснянки и дальше Жуковку. Хорошие мартовские лыжные прогулки сейчас. Брошай озеро. Лай собак мировки на том берегу. Алеющий закат на горизонте. Лес, где в темноте ветки коряги похожи на сказочные какие-то чудовищ из сказок. Ночь вступает в свои права. Катушка закончилась.